По состоянию на 22 июня Центром гигиены и эпидемиологии Ямало-Ненецкого автономного округа подтверждено 140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями. За весь период 4271 случай COVID-19. Выздоровели 1862 человека. 22 июня в населенных пунктах Ямала подтверждено 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время 2509 случаев. Выздоровели 745 человек. Большая часть новых случаев выявлена в Новом Уренгое 79, в Муравленко 9, Таркасале 8, Салехарде 6, в Надыме 5, в Губкинском 3 случая. Единичные случаи зарегистрированы в поселке Уренгой, Ханымей, Пуровский, Тазовский. За сутки в Новоуренгойской больнице скончались еще 2 пациента. Мужчины в возрасте 59 и 72 лет. Оба пациента были госпитализированы с острой внебольничной пневмонией. У пациента 72 лет заболевание осложнилось острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью. Усугубило течение инфекции наличие у мужчины ряда хронических заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, сердечно-сосудистая патология. Неделю пациент провел на поддержке аппарата ИВЛ. К сожалению, реанимационные мероприятия не оказали эффекта. В целом, 22 июня на месторождениях и производственных объектах Ямала подтверждено 25 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19. За весь период зарегистрировано 1762. Выздоровели 1117 человек. За сутки в округе подтверждено 130 случаев бессимптомного носительства коронавируса. 47 среди вахтовых рабочих, 83 в населенных пунктах, в том числе 5 в нашем городе. Напомню, что режим самоизоляции на Ямале продлен до конца июня. Требования по соблюдению ограничительных мер не изменились. Все жители округа должны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте. Организации и предприятия, деятельность которых разрешена, продолжат работать с соблюдением повышенных мер предосторожности.